В ЛКСМ сейчас молодым людям эта аббревиатура уже ни о чем не говорит. Но в 20 веке Всесоюзный Ленинский Коммунистический Союз Молодежи объединял миллионы людей. 29 октября комсомолу исполнится 100 лет. Это событие сегодня отметили в редакции газеты «Грани». Если набрать в поисковике, что такое ВЛКСМ, то интернет выдаст большое количество исторических статей про грандиозные стройки и освоение Целины. А если спросить это у тех, кто родился до 1974-1975 годов и успел побыть комсомольцем, они ответят – лучшие годы жизни. Ну что, комсомол занимался? Мы, значит, участвовали во всех мероприятиях, проводим школы, на работе, участвовали в сборе макулатуры, металлолома, помогали бабушкам, дедушкам нашим, которые вот в городе жили. Очень замечательное время. Ностальгия по нашей молодости. Ностальгическое настроение создавали не только песни. Гостей угощали гречневой кашей с тушенкой. Гречневая каша – это стройотряды, это картошка, это заготовка корма. Это комсомол, это наша прошлая жизнь, в которой мы выросли, это наша молодость. Надежда была активной комсомолкой в институте. Там и познакомилась с мужем. У нас всегда проходила очень хорошо студенческая весна среди города Перми. Это город-миллионник. И вот мы там всегда участвовали. И самое, ну, я думаю, интересное, что у меня день свадьбы был самый главный финальный концерт у нас, на котором мы тоже были финалистами и должны были участвовать. Так, и что, как же вы справились? Сначала расписались, пошли на концерт. Потом концерт, а потом еще на вечер. Как сказала Надежда, она из Перми. Ирина, которая давала интервью первой, из Азербайджана. Почему на празднике в честь комсомола так много тех, кто родился и вырос далеко за пределами Чуваши, стало ясно после интервью главного редактора издательского дома «Грани». Новочебоксарск, несмотря на свою небольшую историю в 58 лет, это город трех всесоюзных комсомольских строек. И все традиции, все обычаи, ментальность этого города, атмосферность этого города связаны именно с комсомольцами. И мы просто посчитали необходимым провести праздник, посвященный столетию комсомольской организации. Как здорово, что все мы здесь. Сегодня собрались. Ольга Пырочкина, Игорь Зверев, Республика.